Меня зовут Александр. От этой встречи я ждал более агрессивное животное, которое куда-то рвется, что-то хочет поймать кого-то. Но увидел очень умное животное, очень доброе. Спокойное, Да. тихое, аккуратное, Не которое не ожидал. боится. Так, а вы представьтесь для нас. Меня зовут Ольга. Ожидала, да, более такого прям волка-волка, как описывают. То есть это дикий зверь, который скалится, который не боится никого, идет самый главный по дороге. Но оказалось нет, оказалось тихие, спокойные, очень коммуникабельные, очень осторожные. Любят лягушек.